вона знає, що робити, аби жити легко. Жити легко за Адамовою. Запитання від Марини Мажич із Черкас. Робота давно не приносить задоволення, відчуваю, що вигоряю. Як наважитись на звільнення? Работу вам жалко бросить, а жизнь свою не жалко, а себя не жалко? Не жалко потратить драгоценные часы жизни на работу, которая мешает наслаждаться жизнью? А вот представьте, что жизнь закончилась. Ну вот все, закончилось. Вы вот стоите под финальным актом. И что? Что вы вспомните? Как вы мотали эти часы жизни, мотали срок на нелюбимой работе, в нелюбимых условиях? Правда, будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я бы вам рекомендовала без стресса для психики начать параллельное движение. Вот вы работаете, а вот вы потихонечку наращиваете обороты в той деятельности, которая бы вам была интересна. Я всегда, когда ко мне приходят с запросом на смену рода деятельности, я всегда говорю, вот давай представим себе, что я тебе выдаю приговор. Ты никогда, нигде, ни в чем не будешь зарабатывать деньги. Ни в одной профессии вообще. Чем бы ты занимался? Вот все, денег не будет. И вы знаете, от стресса первое мгновение, нет, я, наверное, осталась на своей работе. Говорю, я и там заберу деньги. Тогда человек говорит, ну тогда я бы вышивал, фотографировал, варил кофе соседям, все что угодно. У каждого человека резко выходит на поверхность то, от чего замирает душа. То, чем они занимаются в свободное время. И вот именно на этом можно зарабатывать. Придумайте, чем бы вы могли заниматься в удовольствие и, главное, приносить пользу другим людям. Не надо думать, что польза людям – это что-то обязательно помогающее. Вот если вы учите людей чему-то интересному, это польза. Вы варите вкусный чай, вкусный кофе в маленькой кафешке. Это полезно. Вы учите английскому языку деток. Это полезно. Даже если вы просто кассир, как вам кажется, в каком-нибудь супермаркете, вы улыбаетесь и говорите «хорошего дня», а до этого человек подошел к вам с грустным смайликом и улыбнулся, сказал «и вам всего хорошего», вы уже сделали пользу. Удачи вам! Получайте удовольствие от самого себя и от того рода деятельности, которым вы занимаетесь. Как же уволиться? Просто выбрать то, чем вы будете заниматься. Начать этим заниматься параллельно с вашим основным видом деятельности. И когда вам там будет настолько интересно, что здесь не страшно уволиться, прийти и спокойно уволиться с удовольствием, с благодарностью к этой работе, к этим людям, не сжигая мосты. Не надо вызывать у людей зависть, что вы уволились, а они еще нет. И уволиться. Потому что, знаете, если вы затянете с этим процессом, Вселенная, которая знает, что вам не нравится эта работа, всегда предложит вам вариант, когда вас уволят. Вам же этого не хочется.